Каждую минуту 20 человек покидают родную землю из-за войн, преследования или страха за свою жизнь. Ежегодно 20 июня весь мир отдает дань уважения силе и мужеству людей, которые вынужденно покинули свои страны, спасаясь от конфликтов или преследований. Тема Всемирного дня беженцев 2024 года – «За мир, солидарный с беженцами». Солидарность с людьми, которые были вынуждены покинуть свой дом, также означает поиск решений их бедственного положения. Мы должны положить конец конфликтам, чтобы беженцы могли вернуться домой, обеспечить им возможность жить полноценной жизнью в обществе, частью которого они стали, и предоставить странам ресурсы, необходимые для приема и поддержки беженцев. Существует несколько категорий принудительно перемещенных лиц. Беженцы. Это люди, покинувшие свою страну, в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Люди, ищущие убежище. Это люди, спасшиеся бегством из своей собственной страны, ищущие убежище в другом государстве и подавшие ходатайство о предоставлении им убежища. Внутренне перемещенные люди. Это люди, которые не пересекали международную границу, но переместились в другой регион своей страны проживания. Люди без гражданства. Это люди, которые не являются гражданами какого-либо государства в силу его законодательства и по этой причине не имеют гражданства. Причиной таких ситуаций обычно является дискриминация в отношении каких-либо групп. Репатрианты или возвращающиеся люди. Бывшие беженцы, которые добровольно возвращаются в страну своего происхождения, индивидуально или в организованном порядке. Сегодня беженцы как никогда ранее нуждаются в нашей солидарности. Это означает, что мы должны держать наши двери открытыми для них, отмечать их сильные стороны и достижения, а также помнить о проблемах, с которыми они сталкиваются.